Так, друзі, ми нещодавно бачили гороскоп від нашого телеканалу. Зірки, на вашому боці все буде класно, це я вам гарантую. І перш за все, у нас у кожного є дата народження, тому можна зробити висновок, що цифри в нашому житті дуже важливі. Владислав Грицай, доброго раночку, дякую, прийшли до нас. Нумеролог, психодрама-практик та практичний психолог. Да. Тобто сьогодні будемо говорити про цифри. Легко. Яке значення цифри мають у житті людини? Очень просто. Представьте, вы возвращаетесь после удивительной вечеринки, и вы не знаете номер своей квартиры. Так. То есть представьте, что вы знаете, вы где-то живете, но у вас где-то есть квартира, но они не пронумерованы. Представляете? Так. Или представляете, вы хотите пригласить меня на эфир, и вам сказали, есть какой-то номер. Какой? А нет цифр. Так. Представляете, что вы родились, и вам нужно получать паспорт 25, менять фотографию, а вы не знаете, когда вам 25. Собственно, я, наверное, ответил на вопрос, какое значение имеют цифры нашей жизни. Цифры – это все. Это и наше життя. Да. Понимаете, самая главная вещь, которую нужно понимать про цифры, она очень простая. Цифры, по сути, это то, что хаос приводит в систему. То есть любая мера исчисления, любые градации, они так или иначе используют цифры, И по сути, первоначальные символы, которые всем понятны, это есть цифры. Если я вас спрошу такой вопрос, какая цифра у вас ассоциируется с чем-то таким магическим, мистическим, может быть, там каким-то сакральным, удивительным? Ну вот какая цифра? 10. Хорошо. У меня 8. Вот, почему так происходит? Да, вы разные цифры вроде как назвали. Так. Но дело в том, что это связано с вашим жизненным опытом. Обратите внимание, ни вы не задумались. Да. Правда ведь? Так. Почему? Значит, у вас есть на подкорке, у вас есть внутри некая ассоциативная история, которая подкреплена цифрами. А почему вы сказали разные? Очень просто, да? Потому что вы имеете свой собственный жизненный опыт, она имеет свой собственный жизненный опыт, и он накладывается на, собственно, на вашу историю жизненную, на историю жизни вашего рода, вашей семьи, вашей страны и так далее, и так далее, и так далее, да? И получается, что цифры, ну, для того, чтобы работать цифрами, нужно некоторые вещи понимать. Один из основных моментов, ну, к примеру, принцип ментальности. Объясню. Как вы относитесь к цифре 4? 4? Да. Ну, не знаю. Ну, так, якось не подобається воно. Так, а вас? А у мене взагалі от ніяк, от не викликає. Я навіть про неї навіть і не думала про цю цифру. О, прекрасно. Смотрите, да? Если бы я тот же вопрос задал в Китае или в Японии, знаете, да, там цифра 4, она считается очень плохой. Если я скажу, как вы относитесь к цифре 666? Нормально, я не вкладаю ніякого такого, знаєте, негативного сенсу. Прекрасно, а у вас? Ну, за стереотипом, в принципі, не дуже хотілося б, там, наприклад, поселитися у квартирі з такою цифрою. О, смотрите, а у вас інтересна була штука, да? Ви сказали «да», типа, я не вкладаю в це ніякий смисл, но ваша міміка, вона сказала, ну, я б з ній не зв'язувався. У мене квартира 6-та, а вони по житті шестірки, вони йдуть поряд. Шестерка, а ви якого числа родились? 28-го. Десятка, так. Смотрите. Поэтому, когда я вас спросил вопрос, какое у вас число фартовое, какое нравится, вы сказали 10. 2 плюс 8 – это 10. Так. Это опыт вашей жизни. Понимаете, как это работает? Я до речи, знаете что, я дуже чекав вас в студии. Так. Я знаю, что нумерологи – это круті люди. Так. И мы подготовились. У меня есть декілька листочков и ручка. Давайте. И хотів запитати, чи можете вы сделать майстер-класс по нашим датам народження? Давайте. Так, как зручно? Треба? Не быстренько. Ну, смотрите. Мастер-класс, давайте мы так, что вы хотели? Максим, как ваша дата рождения? 28.03.1993. Хорошо. Я, наверное, даже не буду считать, у меня в голове это все есть. 28.03.93, правильно? Так. Ага, хорошо. Хорошо, какой есть вопрос? То есть, ну, я объясню, просто когда мы работаем с цифрами, когда мы, в принципе, в психологическом запросе, да, нам важно определить некое направление, нам важно определить некий запрос. Тут ты пришел запитати, чи за кохання, так, чи за кар'єру, ну, типа того, щось таке, направлення. Почему это важно, я объясню, потому что это вопрос ценности вашего времени, это вопрос ценности нашего времени, и телезрителей в том числе. Почему? Потому что если мы с вами работаем холостую, ну, типа, покажите мастер-класс, знаете, если
так. Покажите фокусы. Так, да? Так. Вот какой ты ведущий, проведи-ка нам свадьбу, да, вот это вся история. Ну, бред же, зачем это, да? Но если есть какой-то вопрос, хотя бы примерный, мы можем его разложить, посмотреть и найти какие-то решения или варианты. А, я маю озвучити... Да, то, что как бы, ну, нормально в эфире будет, да, если что, я потом добавлю после эфира, да? Это проблема, да, это про этику я тоже не забываю. Так, чи куплю я машину своєї мрії? Вот вопрос изначально уже как болельщик поставлен. Угу. Объясню. То есть машина, конечно, да, у вас в голове вот это есть, у вас есть, так скажем, и наверняка прописано, чего вы хотите, вы такой человек, вы ставите перед собой определенные конкретные задачи. Но для вас очень важно понимать такую вещь, что в вашем случае, чтобы реализовывались материальные цели, важно заниматься благотворительностью. Я сейчас объясню. Благодейность. По вашей дате рождения, если вы не занимаетесь благотворительностью, если вы не отдаете десятину, да? Я сейчас не привязываю так. Ну, церкви. Я образно так. У вас все равно эту десятину забирают. Если вы проанализируете, вы поймете, что вы где-то не вложили благотворительность, там сломалась вам ваша машина, какие-то вещи порвались, что-то произошло, у вас все равно эту десятину забирают. І це ж правда. Понимаєте, о чому я говорю? Так, от чому я саме хотів з вами поговорити, бо я знаю, що ви скажете те, що відбувалося в житті. Давайте спробуємо на Каті. Так, да, Катюш, давайте з вами. 8.12.1988. Ви поняли, чому восьмерку назвали, так? Да? Да? Ну, то есть, это внутрішній личний опыт. Я прошу прощення, 8.12. 12.1988. Ух, как хорошо. Смотрите, ну, по поводу вас очень сложно любые прогнозы делать. Я объясню, почему. Потому что вы относитесь к тем людям, которые имеют в своей дате рождения так называемый код менеджера реальности. А это что такое? Я сейчас объясню. Это значит, что когда вы четко понимаете, чего вы хотите, и в этом ваша личная мотивация, это не чужие цели, это не навязанные социумом там, или обществом потребительства какие-то не ваши задачи, вы легко привлекаете в свою жизнь то, чего вы хотите. Но здесь очень важно понимать такую штуку, что это действительно должно быть ваше внутреннее личное желание. Поэтому какой ваш запрос? Ой, ну добре, давайте. Чи будуть мене любити усі телеглядачі? Тобто буде у мене? Ні, однозначно ні, тому що ви поставили запрос як болельщиця. Об'ясню, чому. Тому що кому-то не подобається ваша прическа. Це нормально. Ну, згодна, у людей згодна, свой... так. Тобто, смотрите, я чому об этом говорю? Тому що ми часто не добиваємося цілі по одній простій причині. Ми ізначально ставимо нереальну ціль. То есть согласитесь, цель, буду ли нравиться всем телезрителям, как минимум не истина, потому некорректно, что так, как минимум так, некорректно, так. Да. Ну добре, чи будуть рости рейтинги у нашої програми? Давайте так. Можна так? Ще більше. Смотрите, тогда давайте так, когда программа был первый эфир или первый выпуск у программ, потому что тогда мы смотрим не вас или вас отдельно, да, а мы смотрим тогда конкретно вопрос, касается программы проекта. То есть тогда нам нужно просмотреть дату рождения проекта. Если такая дата есть, то сейчас посмотрим. Ну, дивіться, насправді... Редактори підказують, що цієї дати ніхто не пам'ятає і не знає. Режисери підказують, що в нашій програмі у нас просто нова абсолютно студія. Ми, Катя, нові люди на каналі. 24 серпня був перший ефір. О, от я об этом спрашивал. Я это спрашивал. 24.08. Прошлый год, правильно? Или какой? Друзі, це був минулий рік? Так, так, так. Хорошо, то, значит, 24.08.2020. Сейчас посмотрим. Ты же студия. Смотрите, супер. Вам нужно постоянно для того, чтобы быть в рейтингах, выходить за рамки принятого. Мы это с Катей робим. То есть у вас, сейчас объясню, у вас получается такая штука, что у вас проект... Смотрите, если бы мы разложили дату рождения проекта, дату первого эфира на составные части, у нас бы получилась следующая штука. Там мы видим основу, то есть основа — это та философия, та мысль и тот основной смысл, который вкладывался, когда стартовал проект. Так. Вот там основной смысл был в том, чтобы создать проект, который не будет похожим на другие проекты. Так. Проект, который будет, ну, немножко такой, ну, знаете, дурноватый в хорошем смысле этого слова, с экспериментами, с какими-то легкими глупостями и все остальное, да. То есть, если это есть, вы тогда выходите за рамки, так. И тогда энергетически вы привлекаете к этому проекту интерес, любопытство, азарт, и вы тогда задвигаете очень правильную энергию в этой всей ситуации. А что еще очень важно, к чему вы в итоге приходите?
Во-первых, здесь, скорее всего, я не вижу, да, я не вижу полностью коллектива, но здесь, скорее всего, есть сплав опыта и молодости. То есть я уверен, что здесь направленность на очень молодой коллектив, но при этом 3, может быть, 4 человека, которые, они, может быть, старше по возрасту, но очень молодые внутренне, мне так, так кажется. Так. И вот в этой ситуации, пока есть правильная энергия, в этой ситуации, пока есть правильная эмоция и коммуникация между всеми элементами системы, да, то есть проекта, все будет хорошо. Чтобы я еще, чтобы еще обратил внимание, очень круто, если вы в своем проекте будете затрагивать какие-то темы семьи, разных поколений, побольше молодежи в качестве гостей. Причем подумайте над какой-то, может быть, рубрикой, не знаю, может быть, какая-то такая фишка, где, например, там бабушка и внук рассказывают разные видения на одну и ту же ситуацию. Ага. Слава, ви розумієте, яка штука? От серйозно, я просто зараз обожнюю цифри. Якби у мене був капелюх в знак пошани, я б його просто зняв. Супер, ви не знаєте керівництва каналу, проте основні положення, які ви озвучили, саме такий сенс вкладав керівництво каналу в наш проєкт. І коли ми з Катю вже почали вести ранок, ми також доєдналися до цього. Також у мене є питання. Розкажіть, давайте, будь ласка, давайте докладніше. Психодрама-практик. Да, це да. Як? Рассказываю. Смотрите, что такое психодрама? Есть еще ответвление как расстановки, ну, да, может быть, слышали. Представьте метод групповой психотерапии, в которой собирается группа, и начинаются некие процессы в группе. Но очевидно, что когда мы находимся в коллективе, то кто-то нам нравится, кто-то не нравится, кому-то мы больше предрасположены, а кто-то начинает, ну, знаете, так, играть роль мамы, сам того не понимая, там, кто-то похож там, на супруга, да, там и так далее. И получается, что такое психодрама? Психодрама — это метод групповой психотерапии, в котором люди в рамках коллектива начинают отыгрывать свои реальные ситуации в жизни. То есть это не тот пример, когда вы видите там у коуча или там, в фильмах американских прилег и да, мне плохо, я видел то-то, то-то. Это очень динамичный метод. Да. То есть получается, что человек, там есть разные техники, там определенные нюансы, определенная структура этого всего дела, да, и получается, что человек, заходя в психодраму, он вначале разогревается, вот я немножко сейчас технологию рассказываю, потом у кого-то появляется запрос, например, я не могу решить конфликт со своим, там, со своей мамой, допустим, да. Человека вводят в состояние роли. Хорошо, кто из присутствующих похож на твою маму? Ну, там, на маму похожа, вот там, да, там, Катя, допустим. Катя выходит, начинает играть роль мамы. Ведущий, тренер, начинает создавать определенную атмосферу с помощью четких конкретных технологий, да, практик, и начинается воссоздаваться некая ситуация. А где ты, как ты себя чувствуешь? Мне сейчас там 6 лет. Меняется сцена. Я вспоминаю, как мама там меня оставила в магазине, я сейчас фантазирую, да. Оп, проигрывается какая-то ситуация, и получается, что почему психодрама-практик, да, почему психодрама? Да. То есть драма, вы понимаете, драматизм, так, вот да, это все, да, это получается, что человек в процессе отыгрывания своих реальных ситуаций или проигрывания своему будущего, которое он хотел бы, да, он на уровне тела, на уровне эмоций, на уровне мозга, он вкладывает новый смысл или перепроживает ту ситуацию, которая имела у него в жизни травматический опыт. Ух ты. Поэтому получается, что психодрама, по сути, это возможность через роль свою, а может быть и не только свою, отыграть ситуации, где есть некое напряжение, где есть некие блоки для того, чтобы их отпустить. Причем работа психодрамы, она идет и на уровне головы, и на уровне эмоций, и на уровне тела. То есть человек, проигрывая в этой ситуации, освобождает, например, себя от агрессии или освобождает себя от какого-то напряжения. Слухайте, це реально, це, я думаю, що дієво для того, щоб відіграти щось те, що болить, так, і просто ці емоції випустити. Ну, я там зараз так максимально простенько об'яснив, там куча уровнів погруження, куча можливих там... Давайте на завершення, от мені цікаво, для усіх глядачів, так, щоб ми сказали, от в загальному плані, можливо, цього року, які цифри
цифри взагалі будуть, ну, можливо, сильнішими, так? Да, які да. цифри обирати? Або, можливо, ви знаєте, от таке ще питання, буває таке, що людині впродовж дня там, чи декількох днів трапляється одна та сама цифра. Ой, це, знаєте, це дуже багато варіантів, що це може значити, поэтому на перший вопрос я отвечу, на второй просто не успею. Так. Смотрите, если мы берем число года 2021, суммируем все до одного числа, получается пятерка. Поэтому классно, если человек понимает энергию пятерки, классно, если человек живет в соответствии с этой энергией и, соответственно, себя прокачивает, развивает в рамках вот этой вот цифры. Угу. Что такое пятерка? Пятерка – это перемены, это риск. Это новое знание, это выход за рамки, да, то есть, опять-таки, ваша тема. Это возможность, знаете как, то, что раньше было блокировано, например, какой-то проект лежал в столе, возможность заново его запустить и сделать. Это может быть успешно само цього року. Именно. Так? То есть, и в этот период, чем классный 2021 год, особенно после удивительного 2020-го, то есть, в 2020-м все люди поняли одну простую вещь. То, что мы считаем стабильным, нифига ничего не стабильность, не понимаете, так, абсолютно. Так, так. И вот как раз теперь с этим новым опытом, с этим новым знанием того, что вот это все мир так движется, кружится, люди теперь должны рисковать. Рисковать в бизнесе, рисковать в отношениях, рисковать в своем творчестве, рисковать в переездах, да, и так далее. То есть этот риск не просто оправдан. Сейчас те люди, у которых недостаточно внутреннего настроя, недостаточно какого-то ресурса, или, может быть, не хватает там какого-то запала в обычной жизни, сейчас нужно брать и делать, потому что, знаете, как чуть-чуть безбашенности в этом году больше. Даже для тех, кто... ничего не происходит в этой жизни. Поэтому рискуем, пробуем, всячески ведем себя не так, как раньше. Ламаємо стандарти і стереотипи. Да, да, короче, теж ми з тобою кожного ранку і робимо. Точно. Ну, а як іще? Слухайте, ну просто надихає. Надихає щось робити, надихає діяти. Я думаю, що так і має бути. 100%. Не бійтеся, не бійтеся. Вам сказав це нумеролог. Так, Владислав Грицай, мастер нумерології, психодрама-практик, практичний психолог. Ми вам дякуємо, Владиславу, що були сьогодні. Дуже дякую. З нами. Так, можливо, зараз нам ще скажете якісь секретики. Сьогодні середа, 31 березня, і на сьогодні прямий ефір завершено. Проте про вас ми не забули на YouTube-каналі «Правда тут». Підписуйтесь на актуальніші інтерв'ю та новини. Усе важливе, усе цікаве, усе актуальне. Лише дзвіночок натисніть, і буде все добре.